президентом Российской Федерации принято решение о повышении уровня минимального размера оплаты труда. Он в Российской Федерации в целом повышение это составит 1098 рублей, но для Камчатского края будет иметь большее значение, поскольку, как мы все хорошо знаем, у нас действуют соответствующие коэффициенты, и в итоге минимальная заработная плата повысится в Камчатском крае на 2855 рублей в месяц на основной части и достигнет по планам, по расчетам нашим индикаторам в 2022 году 36 114 рублей. В районах северных, наших самых северных, в Люцком муниципальном округе, минимальная заработная плата будет еще выше, она, соответственно, достигнет 38 892 и 41 670 рублей, соответственно. Серьезное очень поручение, принятое президентом, оно повлияет позитивно на благосостояние наших граждан, и в условиях того, что мы, к сожалению, фиксируем и достаточно высокий уровень инфляции, и рост цен, это очень своевременное и важное для всех жителей Камчатского края, принятое президентом страны решение. При этом нам важно отследить его неукоснительное исполнение, рассчитать объем необходимой дополнительной потребности, связанной с оплатой труда в бюджетном секторе, соответствующие запросы, в том числе в федеральные органы власти и в взаимодействии с Минфином России, отработать. Прошу Евгения Алексеевича этим вопросом приоритетным образом заняться, тем, чтобы у нас ритмично и, так скажем, не повлияло это, выплаты были и не повлияло это на сбалансированность наших финансов.